28 августа в кабинете главы города Зайнутдина Акмазова состоялось заседание антитеррористической комиссии. Одним из основных вопросов рассмотрения значились меры по обеспечению безопасности в период подготовки проведения Дня знаний и празднования мусульманского праздника Курбан-Байрам. В работе заседания комиссии приняли участие сотрудники правоохранительных органов городского управления образования и общественных организаций. Главными докладчиками выступили руководители отдела Министерства внутренних дел России по городу Хасавюрт и городского управления образования. Как доложил начальник полиции Камиль-Паша Каргалиев, в работе по обеспечению общественного порядка будет привлечен весь личный состав отдела, а также представители прикомандированного мобильного отряда полиции. Все мероприятия проведены, завершены. Это тоже вокруг, где школы, где учебные заведения, где все места. В общем, мы готовы к 1 сентября праздновать его. Председатель антитеррористической комиссии Зайнутдин Акмазов обратил внимание на важность слаженной и усиленной работы на фоне остающейся сложной криминогенной обстановки, отметив о необходимости своевременного и быстрого реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций. Работа всех служб должна проходить в едином механизме. Праздники День знаний и Курбан-Байрам в городе должны пройти спокойно и позитивно, отметил глава. У нас предстоит, кроме остальных мероприятий, открытие школы, открытие мемориальной доски на школе номер 5 в честь Героя России. Также осмотр пристройки школы номер 9. Ну и, естественно, сами мероприятия к Дню знаний. В завершении заседания были также рассмотрены вопросы утверждения регламента организации контроля за исполнением поручений, содержащихся в решениях антитеррористической комиссии муниципального образования город Хасавюрт. Бека Сулейманова, Саман Гакаев. Информационная программа «Пульс».